А девочки, кстати, тоже умеют играть в футбол. У нас даже есть такой олимпийский вид спорта сейчас, женский футбол. Я очень надеюсь, что когда вы будете выходить из стадика, вы уже все будете знать, как играть в футбол и как правильно бегать, и как правильно прыгать, чтобы в школе вы были самые быстрые, самые лучшие. Все это вот для вас. Пользуйтесь. Спасибо.